Вы понимаете, что в вашей постели труп? А можно я у тебя переночую? Ты понимаешь, я хочу как в сказке. Скажите, а вы сны помните? Просто знаете, некоторые люди, они вообще ничего не помнят. А сколько он так лежать будет? Месяц? Два? Год. Если вы вдруг узнаете, как мой муж оказался в квартире у той женщины... Так это же... Пожалуйста, сообщите мне. Ты глаза не закрывай. Ты слышишь? Это же вы привели меня сюда. Вот я сейчас увидел и... Я вспомнил. «Спящий и красавица». Драматическая история на Юргане.